Всем привет, ребяточки! И сегодня я для вас подготовила видео, как я буду играть в игру Shoot People Off a Map. Симулятор, да, название примитивненькое, и в принципе становится понятно, что надо будет делать в данной игре. А то есть, стрелять в людей, чтобы они выпадали за карту. Ну и в конце приписка симулятор. Ну что, ребятки, заходим, я позову вас, моих любимых подписчиков, и будем играть вместе. Ребята, я только что зашла в игру, а тут уже какие-то взрывы. Вы слышите это? Нет, нет, ну вы... Вы слышите это, да? Что при... Хорошо, я поняла, что будет происходить в тут игре. И сразу мою подписчицу выкинули. Так, у нас есть дробовик. Мы должны выкидывать челиков с карты. За карту. Ну, я как жесткий пвпшер уверена, что смогу так сделать. Или, ну, это сарказм вообще, что жесткий пвпшер? Ё-моё, в Фортнайте это ж пипец там. То, что вот у меня по аиму, это какой-то полный пипец. О, нифига себе звук. О, первый. А что тут? Как будто из Combat Warriors. Это вот стойка. Так, сейчас. Моя подписчица. Ну ладно, я ее скидывать не буду, хорошо, пока что. Тут к нам все заходят. В конце, я думаю, что чтобы было весело, начинаем месиво. Чел, приветик. Привет, пупс. Ай-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Я еще Алекс. Меня еще Алекс подстрелил вообще. Тут так, что тут есть? Четверное это за бобуксы. Это... О! Нифига себе, 999. Тихо, пожалуйста. Твою мать, мне кажется, что это видео под АП немного попадет из-за звуков, но... Не суть. Вы слышите, что там происходит? Я чувствую, что я немножко продеградировала, но мне это нравится. А это как было? Ну ладно, хорошо. Так, можно ли тут еще как-то оружие покупать, скажите мне, пожалуйста. О, нифига себе, там чел стоит. Можно в него попасть? Не, нельзя в него попасть. Ну ладно, ладно. Ну хотя, кто сказал, что нельзя? Можно, разрешаю. Ой, да, ребята, я джампер. Моя профессия это прыгать. Да, это было неплохо, хорошо. Ой, ребята, ребята, подписчики мои, простите, я тут всех стреляю, по всем стреляю. Так. Птички летят. О, нифига себе, тут домик есть. Ой! Я извиняюсь, я свалила. Ой, меди, привет, прости. Это friendly fire, извиняюсь. Опа, и тебя туда же. А чё ты, где-то не упал. Ой, извиняюсь. Нифига себе. Так, тихо. Кажись, по мне уже охоту. Оп! В меня чел прилетел просто. Со звуками очень интересными. Это еще мой подписчик, хакер ЮТ был. Со звуками просто, извините меня, пердежа. Прилетел ко мне подписчик и врезался в меня. Но, в принципе, это, ладно, нормально. Типичный день роблоксер. Оп. Sure is like a melody in my WCT Bow Rocket Cinema. Сори. Опа. Так, все. Я извиняться не буду, потому что это игра. Хорошо. Опа. А чё? Почему? Тихо. А почему? А почему? А почему? А, нет, чуть-чуть. А, о, тихо, я держу. Но я была... Я была почти, почти же. Так. Извиняюсь. В спину. Прям как крыса я сделала. Ну ничего страшного. Так, ну давай, бекончик. Так. Нет, я нормально отношусь к бекончику, мне так просто сказала. Sure is like a melody in a villa, like a city, да. La-la-la-la, every day. Жестко навалили в микрофон. Ну ладно. Привет. Ну, у меня квест тебя скинуть. Ну прости, брат, прости, брат. Прости, брат, прости, брат. Это месть была. Ну ладно.
Ты прожил хорошую жизнь. Так. Ну, кто тут у нас еще есть? О, ну, привет. Тихо, тихо. Блин, я... А, ой, тут магазин есть. Я все видел, задаюсь вопросом, как бы, где покупать новые дробовики. О, меня в дерево пульнули. Спасибо, что хотя бы не за карту. Так, нормально. Опа. Фарислака. Фрифол. Каждый сам за себя, хорошо. Ничего не, не поняла? Ой, меди, привет. Тихо. Тут музыка сама за меня все делает и комментирует, и все делает за меня. Это была месть за Алекса, я так понимаю. Ой, скрудала. Я подумала, что там скибидидоп, ну ладно. Так, что это тут? А, ну тут магазинчики за бобуксы. А, нет. Так, сколько у меня денег? У меня 375, хорошо. А, тут за киллы или за деньги можно покупать скины. Давайте вот этот купим. И как? А, это киллы, ё-моё, научите читать. Пожалуйста. А, так, стоп. А, мне не хватает ни на что. Ну ладно, пока что не хватает, ну хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Аж ноги скрутили. А, это, я так понимаю, тот челик, с которого я тогда столкнула. Опять с этим звуком. Тур-тун-тур-тун-тун! О, нифига себе! Опа, тихо, ну спокойно, спокойно. Что там за звуки микроволновок, твою мать? Там реально звуки каких-то микроволновок были. Так-так-так-так-так. А, о! Ху! О! Аирдроп, аирдроп! Лутаемся, 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 лутаемся! Лутаемся, 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 быстрее, быстрее, лутаемся, лутаемся! А мне так интересно было, что в этом аирдропе, эх. Я, правда, называю обычно не аирдроп, а скайдроп, но... Вот так вот. О, тихо. Опа, с Алекса деньги подобрали. Ну ладно. Ну сейчас тебя тоже. Опа, туда. Туда тебя. Туда, ну туда, за карту давай. Ой, меди за меня. Ну ладно, ладно, меди. Это я, хорошо. А! Шалистник Малерин. Да блин, у меня теперь музыка. Это в голову. Твою... Нифига себе, у меня прямо в момент записи видео дежавю такое огромное, как будто мне снилось, как я снимаю это. Тихо. Все мои родные, богатые и здоровые, но мне тишка за сотку и платина, я как Дора. Нет! Ты что? А, нифига себе там собрание людей. Так, ну, меди, меди, смотри, я тебя пока... Нет-нет-нет-нет-нет, тихо-тихо-тихо, спокойно-спокойно, меди, я за тебя, видишь? Все. Да, а других, других бьем. Это наша команда. Да куда? Никомазур убила... Как я убила хакера ЮТЭ только что? Звуки микроволновок, ё-моё. Шарис, так, мелодии... О, так... Какой громкий звук, как будто мне самолет в ухо залетел. Мы любили тебя? Там надпись we still love you. То есть мы любили тебя, ё-моё. Чё так печально всё? А меня смотрю, легко убить. Ты прожил хорошую жизнь, да? Тихо. Интересно мне убивать моих подписчиков, да? Я только что весь свой эмоциональный спектр просто сразу... Чарис, так и пожалуйста, только не бейте. Не... Я хочу посмотреть, что там в аирдропе. Пожалуйста, не надо. Не надо. Отгоняем всех от аирдропа. Алекса, прости, я тебя вечно убиваю просто. Кто там у нас стоит за деревом, а?
кто там стоит. Нет, пожалуйста, не надо, не надо, не надо, пожалуйста, 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 не надо, пожалуйста, пожалуйста. Да чё она не пытается? Какая, какая Q, 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 пожалуйста, не надо, не надо, не... А, ну, Алекс, спасибо, брат. 2x jump boost? А, кайф, и меня убили? В смысле, а как? Что? Ничего не поняла, но ладно, спасибо. Что там за музыка была? Это неожиданно. Печально. С кибербампом, да. Так, одного. Ой, меди просила. А, это не я. По тебе стрельну. Тихо-тихо. А, у нее хорошая тактика. Стоит на краю и всех убивает, да? Какие звуки приятные. О! Вообще приятные звуки очень. Очень приятные звуки, прям. Мне очень нравится. Всем советую. Особенно, когда вы смотрите. Ой, когда смотрите это видео, когда играете в эту игру, ставьте наушники на максимум обязательно. Так. Я не знаю, что тут происходит. А что тут? Что? А что тут делать? Не знаю. Ну, я тоже не знаю, что тут происходит. Что тут делать вообще надо? Все, free fall. Кажется, сам за себя. Тихо, я предлагаю сою... Да. Так, тихо, тихо. Нет, нет, нет. Ну, ладно, хорошо, пусть будет так. Допустим, я хотела предложить союз. Ну хорошо, хорошо, так, что у нас тут есть? О, скин, или что это будет? Сколько у меня? 600? Ну, можно, в принципе, купить мой любимый цвет, это оранжевый, но, правда, какой-то он тут дерьмовый оранжевый, но купим его. И что мне это дало? А, вот, выпит. Так, не поняла, что мне это дало, но... Спасибо! Реально, не поняла, что мне это дало. Ну. Привет. Мы синхронно заорали и тот чел, и тот. Ой, и тот чел, и я. Ну, в смысле, тот чел, кто озвучивает. Нифига себе, патроны от дробовика далеко долетают. Тихо. Не знаю, рандомная музыка генерируется в моей голове. Опа. Опа. Опасно иду. Опасно. Ой, ё-моё. Так, нет, я просто зарядилась. Смотрите, если сейчас будет третий страйк. Ладно, хорошо, что я ничего не сказала. Хорошо, что я ничего не сказала. Что происходит? Что происходит? Я не понимаю, но мне это нравится. Фига себе, там меди отлетела просто. Давайте станем, ребятки, жестким джампером просто. Не, ну не хочу. Джампером быть плохо. Джампером, тиммером, кемпером, кемпером. Да. Я говорю, что плохо быть тиммером и сама тимлюсь. Ой, прости! Там чел подпрыгнул. Медь, прости, прости. Вмазали в дерево. Да что это за звуки? А, тихо, тихо, мое. Мне в аирдропе попалось что? Что, меня убили? О, капец, полезная вещь! Спасибо за такой лут! Ну, прикольно, что тут есть аирдропы и всякие другие фишки. Веселье? Ну, как веселье? Подождите, там мужской и женский туалет. Давайте туда заберемся. Хочу. Да, там мужской и женский туалет. Тихо. Да. Ай-яй-яй, тихо-тихо.
Чё меня зеленый сделали? Как будто Чаурис. Тихо, пожалуйста. Спокойно, спокойно. Да куда, откуда, зачем, почему, для чего? Да, в смысле? Я немного не понимаю, откуда в меня попадают. Нет, ну сейчас я поняла, но до этого не поняла. Я только выходила откуда. И немножко не поняла, но пофиг. Звуки из Марио. Вот это мне нравится. Подождите, я дойду до туалета. Я дойду до туалета. Я дойду до туалета. О, спасибо. Ладно, ребятки, я считаю... меня запалили немножко. Ну ладно, ребятки, я считаю, что на такой веселой ноте можно подвести наше видео к концу. Спасибо, что играли со мной. С вами была Вероника Мазур. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, нажать на колокольчик. Ну, на этом видео подошло к концу. До новых встреч!